Привет всем! Мы продолжаем проходить Снайпер Элит 3, миссия Перевал Касерин. Вчера я закончил прохождение еще одной очень крутой игры под названием Valiant Hearts The Great War. И теперь у меня появилось больше времени на прохождение именно Снайпер Элит 3. Я думаю, теперь мы быстренько закончим эту игру. Так, мне вот этот вот не нравится. Что ходит тут. Минус один. Так. Миссия, к слову... Ой-ой-ой. Миссия, к слову, весьма сложная. Почему сложная? Что-что-что? Ах ты. Да убивай же его. Готов. Миссия сложная, почему? Потому что, если взглянуть на карту, то мне нужно пройти очень-очень много позиций, и миссия разветвляется. То есть я вышел где-то отсюда, и в итоге решил пойти сначала сюда, а потом вернуться сюда. Но у меня есть, так сказать, помощник. Вон он обозначен синим на карте. Но только что-то он пока нифига не помогает. Где он там бегает? Все, отбегал свое. Но теперь я спалился по полной, что ни на есть программе. Так, тут еще какой-то мудак бегает. Но он побежал. Получай. Кстати, все-таки это удобный способ стрелять. Эй, обыскивай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Присядем, да постреляем. Дальние выстрелы поделаем. Ну а куда они все побежали? Они все туда побежали, что ли? Где ты там орёшь, ты? Ой! Ах ты! Где сранец? Ах ты! А ну, вылези! Готов! Где второй? Второй тоже где-то там орёт. Непонятно пока, правда, где. Ладно, я понял. Надо слазить. Так, нет, стойте, стойте, стойте. Кто-то меня запалил. Где он есть? Прям подо мной стоит где-то. На. Готов. Так, только что подо мной был кто... А, вон он. Кто, где? Воу, воу, воу. Ты что, совсем? Готов. Кстати, где-то тут был снайпер. Ой. Ого. Это было больно. Так, нужно мне подлечиться. Потому что это не дело. Опять меня ранили. Но ничего. Мы отыгрались. А вот теперь, где снайпер? Я только что проморгал позицию. А, вот он ты. Получай.
фашист гранату. Отлично. Вот мне нравится. Сидит там себе спокойно, ничего мне не говорит, никто приближается, ничего. Даже не помечает никого. Засранец. Толку-то от такого помощника. А по мне уже знают всех, кто только можно. Ух ты, сюда залезть можно. Опа. Так. Что мне это дает? Ничего. Так, обо мне пока еще не подозревает. Это хорошо. Отлично подойдет, чтобы скрыть звук выстрела. Кто где? Там бомба, отлично. Ой, бомба. Бум, шоколада. Замечательно. Теперь можно и обыскать. Только, как я понял, нужно было изначально сюда прийти. Ой-ой-ой. Это было больно. Я так понял, сюда нужно было изначально пробраться и уже по-тихому их завалить. Но по-тихому не получилось. Так, ну, сломаем эту штуку. Эй, ломай. Вовремя, правда, ну да ладно. В таком шуме они не услышат. Что-то там такое интересное. И... ничего интересного. Так, ну что ж... вернемся обратно и посмотрим, что там с нашими трупами. Хотя нет, сначала похожу по админ зданиям. Ух ты. Туда можно пройти? Что там? Ага, там ничего. Там конец локации. Ну и ладно. Кстати, к слову сказать, локации здесь такие не маленькие. Вы, я думаю, уже успели это заметить, если смотрели мои... Ух ты, ух ты, ух ты. Там какая-то машина ездит. Машина — это не есть хорошо. Ладно. Так, что у нас здесь? О! Нет, не подпирается. О! Замечательно. Просто супер. Так, 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 так. Машины нет. Отлично. Вот где-то что-то шумит. Или это ветер? Так, там ничего. А вот и документы какие-то. Дневник Валена. Бесполезность Ромеля. Классно. Так, полезли наверх. Вот этот непутевый. У него должны быть патроны для Велрода. Да. Просто супер. Вот класс. Привстань-ка. Откроем позицию снайперскую. Вовремя все. Как-то у нас все не по порядку идет. Так, это я так понимаю, автомобиль поехал туда. Так, так, так. Ладно, давайте спустимся. Нужно еще обследовать, что в этом здании. Прям под нами, а то мы так и не зашли в него. Кто там что-то цокает? Или это просто музыка такая? Нет, это не подбирается. Вот еще какой-то документ. Ой, ой-ой-ой. А как его просмотреть?
На-на-на-на-на. Ладно, нечаянно закрыл его быстро. Так, мы пополнили боезапас. Здесь, 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 здесь ничего нет. Кстати, вот колодец. И сюда нужно стягивать трупов. Не знаю зачем, но давайте парочку затянем. Может, в конце миссии мы и узнаем, для чего это надо. Только что-то я теперь трупов-то не вижу. Бегали тут. О, вот. Ой. Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой. Чего тебе тут надо? Чего ты тут ездишь? Привет. Так. Отлично. Зайдем в здание. Нормально, нас никто не заметил. Давайте поднимем труп. Кто, что, куда? А вот это плохо. Так, первый выстрел попал куда надо. Нас заметили. Но ничего. Так, где там, где там, где там? Ой! Как ты, негодяй? Получай! И еще одна красивая сцена взрыва машины. Ну, точнее, бронетранспортера. Получайте. Так. Не-не-не, не перелазь, не перелазь. Подними вот это вот бугая. И понесли, понесли, понесли колодец. А, вон колодец. Все правильно. Ой-ой. Чего вы тут ездите-то, а? Хе, круто. Бывает. Как будто так и надо. Пич, отпусти. Так, колодцы. Так, 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 так. Там парочка должна валяться. Ладно, я туда не пойду, там сильно далеко. Так, тут ничего нет. Так, а где он там? А, в кущерях. Пошли. Тарарара. Жалко, что бегать нельзя. С трупом, я имею в виду. То так сильно долго тарабанить. Хоть бы песенку какую спел. Так. А где тут первый делки? Да ладно. В общем, надоело мне тягаться с этими трупами. Давайте ж, знаете что, пойдемте дальше. Так, пополним боезапас. Больше я тут ничего не вижу. Перелезем. Так, куда там еще можно подняться? Наверх поднимемся, давайте. Кстати, вот если честно, мне все больше и больше кажется, что эта игра была заделана... Эй! Чего он не прыгнул? Была заделана под консоли, потому что управление, ну, такое, не совсем, так скажем... удобное, что ли. Прыгай. Так. Полезли. Кстати, а где наш товарищ-то делся? Пропал куда-то.
Так. Здесь наша основная цель. Ух ты, тут даже слезть можно. Так, стойте. Что у нас еще есть на карте? У нас есть еще одна снайперская позиция прямо за нами. Потом нам нужно еще вывести из строя одно артиллерийское орудие. Угу. Что ж, давайте вернемся тогда назад. А где там эти товарищи прогуливаются? А, вон. Вдвоем. Еще под ручку взялись. Так, тут тоже хватает. Это все меня ищут, что ли? Так. А где артиллерия? Угу. А вот это вот снайперская позиция. Где она? Неужели здесь где-то на горе? Но я здесь ничего не видел, куда бы... Ух ты! Вау! Вот это жесть! Вот это круто, ребята! Это поистине круто! Залазим. Ну, жаль, что мы это поздно открыли. Ну, это реально круто. Я должен стрелять отсюда. Да, именно отсюда ты должен стрелять. Ух ты! Так, а тут еще есть кого убивать. Ну? Готов. Так. А кто-то еще тут бегает. Только я не вижу, кто. Ну, тут вверху вроде больше некому бегать. Залезть тоже вроде как нельзя. Где они там кричат тогда? Ух ты! Их уже двое. Алло! А, вон он. Ой! Ты... на! Нечего от дядьки бегать. Вот это очень плохо. Они там бегают где-то. Знаете, у меня есть коварный план. Что будет, если швырнуть туда гранату? Вот туда. Получайте. Стрелок укрылся вон там. Вот почему нельзя пройти туда? Ой-ой! Ах вы негодные. Нашли меня. Ну ничего. Ух ты. Ой, ой-ой-ой. Не вовремя у меня патроны закончились. Я не заметил этого. Ай-яй-яй-яй-яй. Сглупил так сглупил. Так, стойте. Значит, мы вывели небельверфер какой-то. И, короче говоря, залажали здесь. Угу. Угу, угу. Но туда возвращаться я не буду. Тут, если честно, то тоже уже не вариант. Хотя... Замечательно. Получай. Ух, как красиво. Сейчас пуля прошла мимо здания. Это было больно. Ах ты.
Schütze hält sich da drinnen versteckt. Ich sehe ihn! Получай. Получай. Нечего подсматривать. Так, еще один здесь. Ах ты. Получай. Так, где-то там еще один. Кричить. Так. Давай, поднимайся. Или зацал. Вот так вот бывает. Так. Но нет, я все-таки вернусь и вновь их всех перестреляю. Так, ну, в штаб Валина мы еще успеем проникнуть. Опа. Ой-ой-ой-ой. Да, ничего тебе не светит. Получай. Ой, а по кому мы попадем? Так, норм. Ой-ой-ой, сколько их здесь? Вот, может, сейчас двоих сделаем? Или не сделаем? Да. Замечательно. Все получилось очень красиво. Ух ты. Получай. Так, по жизням у меня там все путем. Ой. Получай. Это все. Всего-то. Тёп. Ух ты. А это будет дальний красивый выстрел. Сполошу немножко народ. Да, никто даже и не бросился меня ловить. Вот так бывает. Эй, искай труп. А, отлично. Ну, а этого? Не хочешь обыскивать? Так, обыскать. И здесь еще один спрятался. Так, знаете что? Мне не нравится, что наш товарищ там где-то заныкался и не хочет слазить. Нужно его расшевелить, малеха. И давайте все-таки обойдем, наверное, теперь с другой стороны. Эй, чувак! Пойдем с нами. Сейчас будет самый жар. Ладно, я понял. Он не хочет с нами. Боится, наверное. Так. Чего у нас тут? С непутявыми. Вот раз, два, три, четыре, пять. Я нашел пять. Привет. Теперь их четыре. Ой. Так куда ж ты? Кто там уже по мне шмалит? На. Получай. Все ребра переломал. Так, там еще он прятается. Получай. На. Ух, сломали коленную чашечку ему.
Не успел. Получай. Это, по-моему, голова. Ух. Прям так специально наклонил ее. Ой. 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 Вот это разошелся. Так. Сейчас мы немножко их с другой стороны обойдем и застанем врасплох. Я надеюсь на это. О. Сейчас все будет. Нет, что-то мы сильно далеко вышли. Так, ищет меня. Уже не ищет. Уже узнали, что... Ух ты! Кто? Где? Правильно. Беги, беги. Больнее будет. И прям сальто сделал. Ну вообще красавец. На камеру работал. Так, вон бежит. Бежит, бежит. Добежит или нет? Или меня раньше застрелит кто-нибудь? Такое уже случалось. Этого мне не привыкать. Куда он побежал? Ладно, пускай побегает. А мы пока соберем налог с наших убитых. Не просто ж так они будут отваляться. Эй, давай этого теперь обыщи. Не, не хочешь, как хочешь. Так. Опа. А я тебя вижу, а ты меня нет. Да успокойся ж ты. Эй, 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 эй. Вот зараза. Ой. Да умри ты уже. Фу. Так, ну, теперь точно все. Так, стойте. Где-то мне чего нужно еще уничтожить. Кстати, походу я еще до сих пор не раскрыл эту позицию, поэтому мне, по-моему, придется вернуться туда. Ну да ладно, это не страшно. Так, я сполошил всех, кого только можно было. И теперь, я думаю, тут больше никого нету. Знаете что, я чуть-чуть отойду. Хорошее место для скрытной стрельбы. А то бахнет оно как положено. Бум. Замечательно. Теперь нам всего-то осталось добраться до той штуки главной. И все. Давайте еще полазим тут где-нибудь. Может тут чего интересного есть. О! Отлично. Эй, вылазь давай. Такс, такс, такс. И нам нужно еще вернуться, чтобы открыть снайперскую позицию. Чтобы миссия была, ну, почти выполнена. Я все равно половины вещей не нашел. Ну, хоть снайперские позиции раскрою. Залазь, 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 залазь. Я должен стрелять отсюда. Да не пока мы же стрелять. Так, перезарядимся.
Откроем снайперскую позицию. Молодец. Теперь встань. И теперь побежали. Так, аккуратно. Оп. Оп. Попрыгали. Отлично. Так, тут тоже, по-моему, можно слезть. Если аккуратно, да? Опа. Готово. Так. Там ничего, здесь тоже ничего. А, теперь ясно, откуда ветер дул. Это приехал автомобиль и... Так. Раз. Два. Все, что ли? Что-то маловато народу-то для меня. Ладно. Первый. И там сейчас второй должен выбежать на улицу. Ой, а там их куча. Выглянь, гельчитай. Молодец. Половину лица. Чего? Ребят, знаете, а там еще кто-то орёт. Там их много, короче, походу. Ух ты, еще и не попал. Вот так тебе. На. Еще и оружие вывел из строя. Там кто-то кричит. Что-то не понял, вы что, совсем? Ух ты, там что-то есть в пещере. Я хочу туда. Чё? Сиди там молча. Разорался. Ух ты, круть. Или я тут был? Коридоры. Так. Знаете, я, походу, тут был. Нет, тут не интересно. Хотя... Знать бы, сколько их тут. Один, два. Три. Все путем. Все норм. Ты ничего не видел. Блин. Вот меня заметили. Дострелялся дядька. Да умирай ты уже. Где ты там орёшь? Где ты там орёшь? Вылазь давай. Думаешь, спрятался и всё? Готов. Так. Но знаете что? Там кто-то еще остался. Но я пока никого не вижу. Эх, ладно. Подберем патроны.
И... Ой, стойте, тут что там может можно найти? Нет, здесь ничего нет. Так, все, меня перестали искать, значит, наверное, сейчас будут... Я вижу, там что-то можно подобрать. О, последний. Привет. Все, больше, по-моему, никого нет. Теперь можно спокойно. Нет, там кто-то еще ползает. Шею. Шею, шею, шею. А, нет, челюсть. Ну, тоже неплохо. Все, больше никого нет. Это точно. Я по музыке это определяю. Так, ну на всякий пожарный зарядим велород. И тоже можно будет перезарядить наш стен. Интересно, с автомата можно? Ух ты! Класс. А что, так нельзя взрывать? А ну, а если... Так... Нет, надо чуть подальше отойти. Короче, понятно. Не работает у нас мелкокалиберное оружие. Основное задание выполнено. Ну что ж, круто. Узнайте, где найти комбинацию сейфа. Что ж, дорогие друзья, на этом я закончу данную серию. Если вы хотите новых серий, то ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям о том, что я прохожу Sniper Elite 3. Ну и, в общем, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Всего хорошего, пока!